Доброго времени суток, кто зашел в гости. У нас очень ветрено сегодня. На море было тоже очень ветрено, были волны. Ушла чуть раньше, чем предполагала и ожидала, потому что вода была прохладнее, чем обычно. Чем другие дни, что я приезжала. Снимать побережье не буду, уже показывала. Сегодня очень ветрено, я пытаюсь себя закрыть, как телефон закрыть собой. Но все равно, наверное, шум будет попадать. Здесь есть базарчик, который работает каждый год. И вот этот базарчик я снимала, наверное, в прошлом году, я сниму его еще раз. Палаточный базарчик в центре города, возле набережной, которая работает каждый год и продает итальянскую продукцию. Мяско, сыр, пармезанчик, оливки. Ну, очень все вкусное. Сейчас пройдусь, покажу, что тут есть. И я подумала, что здесь, наверное, я и покушаю. Не буду брать, как обычно, салат за 2 евро. Немножко дороже заплачу, но вкуснее поем. Тут прямо какое-то состояние урагана. Здесь есть диковинные пирожки, похожие на наши, которые мы жарим, только у них, вот я смотрю, с эпинаром, со шпинатом, ну, в общем, томат, моцарелла. Ой, интересное, что-то очень похоже, кстати, на бразильские пирожки. И на еще они производятся в другом месте, в Португалии. Похожие тоже панировки, когда все это обжаривается, мясо внутри. А вот меня спокушает вот это зеленое пирожное. Я его себе возьму, сейчас поснимаю, сниму это зеленое десерт себе на пробу. Стоит 5 евро, но уж сильно хочется попробовать. Вначале сниму, потом буду кушать. Стопа. Можно приобрести макаронные изделия. Здесь ножки варят, но ножки дорогие, 10 евро. Ньокки за 10. Я могу сварить себе дешевле. Но все искушает, конечно. Равиоли, равиоли разных цветов. Дальше идут мясные нарезки. Сальца, сальца копченое, мяско копченое. Почеревок, ну это не почеревок, это хамон. Мяско попробовала, мяском угостили, колбаской угостили. Все интересно, все вкусно, хорошее качество. Каждый год здесь торгуют. Можно взять целого поросенка при желании, если у вас есть финансы на поросенка. Поршета, поршета. Ну, порк это поросенок. Колбаска, колбаска разных вариантов. Вот такая вот есть, типа любительская, советского варианта. Вот такой огромный базар тут. Сыр, колбасы, есть бижутерия, сувениры, пармезан, перекусить, есть разные штучки такие, их не какие-то, Сицилия, там везде написано, традиционная. Одни пожилые туристы с деньгами. Колбаска, пармезан. Бижутерия, одежда, ремни кожаные, пармезан, оливковое масло есть тут. Пармезан вкусный, оливки, напитки, в основном это алкоголь. Моцарелла жареная в фляре, классная, дали попробовать. Ну вот это аркасина по 5 евро, традиционная. Оливки брать не буду, хотя очень классно, меня зелеными большими угостили. Я возьму точно десерт, и здесь что-нибудь я вот хочу попробовать, что-то вот это с начинкой. Аркасина их какая-то. Сыр, масло, тут все с трюфелями, очень вкусное, на вкус пробуешь, чувствуешь точно трюфеля. Трюф. Это очень вкусно. Картошка фри, 6 евро, дорого. Моцарелла, это я жую, говорю и снимаю. Маленькие шарики с моцареллой. Килограмм, 100 грамм, 3,80. Это дали попробовать, это очень вкусно. Акасия, не знаю, я ее не очень люблю. Это я брать не буду точно. Алкогольные напитки. Это я тоже не употребляю практически. Большой выбор для тех, кто любит алкоголь или коктейли делать. Итальянские напитки алкогольные. Здесь есть анчоусы. Классные, красивые, очень. Безумные оливки большие, очень вкусные. Мне давали зеленые, вот эти зеленые, они очень вкусные. Дорогие собака, но такие вкусные.
артишоки, консервированные, ну как бы маринованный лучок, чесночок, тут все есть. Но вот эти зеленые оливки, это самое интересное. Такие зеленые-зеленые они. Прикольно. Дают попробовать. И так этот базар работает каждый год. Я думаю, в летний период, я не знаю, они зимой здесь продают. Но я как приезжаю в сентябре сюда, так здесь работает этот базар. А я иду определяться и возьму что-нибудь себе покушать здесь. Десерт возьму вот этот зелененький, наверное, что-нибудь такое фаршированное, жареное во фритюре, может быть. Так, гнёки с песто, берем, пробуем, да? Дегустация. Дегустация.